Перед просмотром хочу порекомендовать наши сервера Great Ray. Это не просто какой-то проект от ютубера, это комплекс серверов с идеально подобранными модами, без лагов, для комфортной игры. Крафти нанолук, улучшай квант, строй безумные механизмы на хай-тэч, покоряй космос с Galaxy Tech и просто наслаждайся игрой на ламповых серверах с небольшим онлайном. Это сервера, где я снимаю сериалы и играют мои подписчики. Скачивай лаунчер и присоединяйся по ссылке в описании. Мэлман, давай уже спрячемся где-нибудь. Я очень устал, весь промок. Подожди, Патрик, здесь нас точно найдут. Уйдем куда-нибудь подальше от всех игроков. Но я хочу отдохнуть. Хватит ныть, Патрик. Мы и так наткнулись на приключения в этом порту. Так вот давай уйдем отсюда подальше. Куда подальше? Ты вообще знаешь, куда идешь? Ну вот, смотри, здесь какой-то остров. Знаешь, что-то мне подсказывает, что нам не нужно туда идти. Господи, объясни, что теперь тебя не устраивает. Если мы уйдем на остров, то окажемся в ловушке, так как единственный выход отсюда могут перекрыть. Умно, но мы все равно пойдем туда. Ну ты и тупой, Мэлман. Я беспокоюсь за наши задницы. Но моя задница чувствует, что там нас ждет что-то плохое. Твоя задница плохо чувствует. Моя задница меня еще никогда не подводила. Мне неинтересно разговаривать о твоей заднице. Это ты просто ее еще не видел. Ты что, предлагаешь мне посмотреть на свою задницу? Фу, Мэлман, мы с тобой просто друзья. Не надо переходить эту грань. Ну вот идиот. Пошли. Интересно, что это вообще за место? Смотри, тут какая-то странная машина. Мэлман, ты когда-нибудь водил машину? Очень давно батя дал мне съездить на его приоре за пивом. Но так получилось, я ее разбил. С тех пор я не езжу за пивом. Пеппа? Что это за хрень? Наконец-то! Давай спрячемся там. Этот дождь меня конкретно достал. Постой! Не ходи туда. Что? Ты серьезно? Я вообще-то замерз. Пошли, вон там выше есть нормальное здание. Ну, не будем же мы переждать дождь в гараже. Ну ладно, пошли. Вот, смотри, сарай, пойдем туда. Давай разделимся. Я поднимусь выше, а ты проверь этот сарай. Может, найдешь что-нибудь. Встретимся наверху. Это место не внушает мне доверия. Эй, Мэлман? Это ты что ли тут шепчешься? Что это? Склад? Это не смешно! Что вы пытаетесь мне сказать? Какая-то. Мэлман! Мэлман! Что опять случилось? Крысу увидел. Нет, мне не нравится это место. Пошли отсюда. Ты издеваешься? Ты же сам не хотел идти под дождем. Тем более ночь наступает. Я готов идти хоть целый день под дождем. Пошли! Что это за здание вообще? Школа? Мне плевать, что это за здание. Я не хочу идти туда. Боже мой, чего ты испугался? Короче, если хочешь, оставайся снаружи, а я пойду внутрь. Ничем хорошим это точно не закончится. Достань факел. Здесь темно. Здесь темно, сыро и страшно. И пахнет здесь тоже плохо.
Смотри, наверняка это была гардеробная. Это точно школа. Это кровь? Да ладно тебе, какая еще кровь? Может, игрока какого-нибудь здесь убили? Ну, знаешь, кровь от игрока бы уже давно деспаунилась. Не говори глупостей. Я уверен, мы выйдем отсюда с кучей ресурсов и оружия. Ага, с кучей кирпичей. Знаешь, что мне не нравится? И что же? Все окна здесь заколочены или с решетками. Ты думаешь, в школе сделали бы так? Ну, может быть, это была школа для детей-преступников. Тюрьма? О, лестница. Пошли на второй этаж. Опять кровь. Смотри, книга. Ну-ка, что тут? Пациент номер 78. Наблюдаются странные круги под глазами, порезы на руках. Постоянная паника, странное бормотание. Это что? Это психбольница? Ну нет! Патрик, подожди! Ну и зачем ты убежал? Патрик! И куда ты спрятался? Если ты вздумал напугать меня, то это очень глупо. Я вообще не боюсь. Вот черт, кровь. Так, стоп. Свежая кровь? Какого? Патрик! Патрик, зачем меня так пугать? Пошли отсюда. Патрик. Что с факелом? Патрик. Ах ты же. О боже. Сердце. Твою мать. Пэдди. Мейлман, это ты сделал? Ты закрыл нас? Ты что, шутишь так? Я же боюсь, мне страшно. Что я сделал? Ты идиот! Я только что увидел! Что ты увидел? Опять запугивать меня будешь? Ну-ка, открой дверь, пошли отсюда! Да ничего я не закрывал! Здесь же не было дверей! Откуда тут... Откуда появились решетки? Это что, не ты сделал? Кто-то издевается над нами? Да нет, не может быть! Нет, давай не будем разделяться! Здесь где-то точно должны быть еще выходы. Или открытые окна. Постой! Нет. Да ну, я не верю. Да стой! Ну где-то же точно есть открытое окно. Ну да стой же ты! Что? Если нас заперли здесь, значит кто-то постарался закрыть и все остальные выходы. А если выбить окно? Как так? Это неудивительно. На этом сервере вообще никакие блоки не ломаются. Может, он не успел закрыть все. Есть второй этаж, там много окон. Осматриваю помещение. Должны быть открыты окна. Со второго этажа не так страшно прыгать. Хорошо. Кстати, ты заметил? Здесь вообще нет ресурсов. Мейлман! Напугал. Я нашел какой-то дневник. Ну и что там? Секунду. Вот, если вы читаете это, то вы уже не выберетесь. Что? Мейлман, ну, читай дальше. Это аномальная зона. Здесь погибли сотни игроков. Я пришел сюда, чтобы опровергнуть слухи, но они были правы. Призраки игроков остались здесь и не могут успокоиться. Сначала они будут пугать вас, но потом... Что потом? Здесь кровь, ничего не понятно. Дай мне. Это еще что за хрень? Это он. Он закрывает окна. Пошли. А вдруг это и правда призраки? Мейлман! Не может быть. Это обычный сервер. Здесь не может быть никаких аномальных зон. А? Тихо. Нет, Мейлман, давай не пойдем туда. Нас никто не слышит. Зона
нас! Ты что несешь, придурок? Он сейчас убьет нас! Кто? Призрак! Пошли, пошли! Мы все здание обошли, тут нет выхода! Он убьет нас! Нет, не оставляй меня тут одного! Патрик, ты серьезно хочешь пойти в подвал? Если есть выбор, умереть от призрака на первом этаже или пойти в подвал, то я выберу второе. Думаешь, он тупой и не спустится сюда? Мне плевать, мы и так заперты. Как ты думаешь, что здесь было? Наверное, здесь держали особо опасных пациентов. Надеюсь, они все уже умерли. Тут столько воды. Произошел обвал. Хотя, вот, в одну комнату еще можно пройти. Спасибо. Дурацкий зомби. Устал. Видимо, не все психи умерли. Будь осторожнее. Поучи меня еще. Смотри, здесь есть еще одно помещение. Ну, пошли. Может, это выход. Ну да, конечно. Выход. Ага. Опять ничего. Давай остановимся и поедим. У нас ведь есть еда? Ну, совсем чуть-чуть. Доставай. Вот, остатки печенья. Если мы еще задержимся тут, то помрем от голода. Сейчас, отдышимся и пойдем искать выход. Там был коридор, мы еще не все прошли. Ты тоже слышишь это? Это здесь, за стеной. Иди посмотри. Нет, ты иди. Нет, ты. Ты иди. Ну ты и сцикло, Патрик. Ну что, где ты? Не хочешь отведать немного свинца? Что, боишься? Вот ты где, значит не боишься. Ну подходи ближе, давай. Будет проще попасть в тебя. Что ж ты стоишь? Хочешь, чтобы я стрелял отсюда? Ну я меткий, я ведь попаду, тогда держись. Что? Я ведь перезаряжался. С кем ты разговаривал? Ты видел призрака? Да, он забрал все мои патроны. Как? Я откуда знаю? Вот взял и забрал. Они исчезли. Это все аномалии. Я его руками своими задушу. Что с тобой? Что ты стоишь? Ты не сможешь убить призрака. Тогда будем вместе выбираться отсюда. Смотри, туда мы не ходили. Это другой подвал? Сейчас узнаем. Опять палаты. А что ты ожидал здесь увидеть? Выход. В каждой комнате я ожидаю увидеть выход. Давай хотя бы палаты осмотрим. А? Что случилось? Я нажал на рычаг, и комната закрылась. Ну нажми еще. Нет, она не открывается. Идиот, тебя та история на корабле ничему не научила. Я думал, здесь откроется потайной ход. Было бы все так просто. Попробуй выломать решетки. У тебя ведь есть монтировка? Сейчас. Вытащишь меня? Я не хочу остаться здесь навсегда. Сейчас я. Нет, не оставляй меня. В
Слушай, Патрик, ты спасал меня много раз, и я не допущу того, чтобы ты умер здесь. Жди меня, я найду что-нибудь. Не уходи, Мэлман! Постарайся пока что найти что-нибудь в палате. Нет! Вот что я здесь найду? Ну, здесь ничего нет. И здесь ничего. Что? Где я? Как так получилось? Эй, Мэлман! Мэлман, здесь происходит что-то странное. Ты слышишь меня? Молодой человек, успокойтесь. Ты еще кто такой? Почему я в этой одежде? Что вообще происходит? Еще раз повторяю, успокойтесь. Кто вы такой? Что вы сделали с Мэлманом? Я буду вынужден вколоть вам успокоительное. Это ведь шутка? Выпустите меня, я не больной! Доктор Ричардс, у пациента в шестой палате снова паническая атака. Принесите ампулу с лекарством. Нет, этого не может быть, я не больной! Я ведь Патрик, я игрок сервера Анархии. Я просто искал свою Пеппу. Вы не Патрик. Вас зовут Пэдди Браун. Но я ведь... А Мэлман? У вас был друг Мерлин. Его сбила машина. Господи, я уже 1000 раз это объяснял. Пожалуйста, сядьте, я вколю вам успокоительное. Подождите, я ведь не больной. Со мной все в порядке. Посмотрите. Зрачки не расширены. Дайте руку. Прошу вас, не пичкайте меня этим. Пульс спокойный, дыхание ровное. Хорошо, Пэтти. Может быть, вы в этот раз очнетесь. Пройдем со мной. Доктор Ричардс, возможно, у Пэдди ремиссия. Мы прогуляемся. Будьте осторожнее, это опасный пациент. Все будет хорошо, бежать ему некуда. Куда мы идем? Вы хотите убить меня? Мы просто прогуляемся. Вы что-нибудь помните? Я играл с Мэлманом на сервере, играл на Простокрафте. Мы столько вместе прошли. Это последствия вашей зависимости от игр. Но... Ваш друг попал под машину. После этого вы потеряли себя. Какой сейчас год? 2019 год. Вы находитесь в психиатрической больнице, госпиталь Северс, город Мэдисон Хейтс. Я не верю, этого не может быть. Вспоминайте, ваш отец часто навещал вас. Если вы будете поправляться, мы позвоним вашим родителям. А сколько? Сколько я уже здесь? Уже несколько лет. Господи! Появились какие-нибудь воспоминания? Я Мэлман, то есть Мэрилин. В тот день вы играли с компьютером. Ваш друг вышел в магазин и не вернулся. Его не было 2 часа, и вы пошли к нему домой. Я, кажется, начинаю вспоминать. Я понимаю, вам тяжело. Мэрилин сбил грузовой автомобиль насмерть. Я помню, я ведь видел его. Да, так и есть, Пэдди. По дороге домой вы нашли его на месте аварии. Следствие того, что случилось. Но теперь все будет хорошо. Мы поможем вам пережить эту утрату. А Пеппа? Я помню, я играл на сервере с Пеппой. Может быть, у вас было домашнее животное? Попробуйте вспомнить.
Я не могу. Не беспокойтесь. Постепенно вы будете приходить в себя. И все воспоминания вернутся к вам. Мне было так хорошо там. Не поддавайтесь эмоциям. Все, что вы видели, было построено вашим воображением. Теперь вам предстоит вернуться в привычный мир. Пройдемте. Нам предстоит большая работа. Я рад, что ваше сознание вернулось к вам. В конце хочу порекомендовать канал Sad Guy. На его канале выходят разные интересные видео по Майнкрафту, стримы и просто крутые ролики. Кстати говоря, он уже набрал 700 подписчиков, и могу поспорить, если ты перейдешь по ссылке в описании на его канал, тебе понравится, так что действуй.